Нельзя пренебрегать мерами безопасности на водоемах, подвергая свою жизнь риску, напоминают специалисты. Именно в летнее время кратно повышается риск несчастных происшествий на водных объектах. Поэтому при организации соответствующего досуга МЧС Южной Осетии призывает к обязательному соблюдению элементарных правил безопасности. В связи с наступлением купального сезона МЧС Республики Южная Осетия напоминает жителям об основных правилах поведения на воде. Основными правилами являются купаться только в специально оборудованных местах, не нырять в незнакомых местах, не заходить в воду в нетрезвом состоянии. И самое главное, следите за детьми, не оставляйте их без присмотра. В целях обеспечения безопасности во избежание несчастных случаев на водных объектах сотрудники МЧС с правоохранителями регулярно проводят профилактические беседы с отдыхающими. На местах предусмотрены предупредительные таблички, на которых изложены правила поведения во время купания, указаны контактные номера службы спасения. Многие отдыхающие также предпочитают провести досуг на частных зонах отдыха. В связи с этим МЧС предупреждает, что именно частным владельцам вменяется в ответственность обеспечение безопасности на принадлежащих им объектах. Напоминаем всем владельцам, на чьих территориях расположены водные объекты, что согласно нормативно-правовым документам они обязаны выставить посты спасателей во избежание несчастных случаев. Эти посты спасателей должны функционировать на весь период эксплуатации данного водоема. Спасатели чрезвычайного ведомства также предупреждают, что купание запрещено в зоне водозаборных сооружений, плотин и переправ. В случае возникновения какого-либо происшествия на водных объектах, просим вас незамедлительно сообщать об этом в наше министерство по номеру 112. Несерьезное поведение на водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание влекут за собой серьезную опасность, которой вы себя подвергаете, пренебрегая предписаниями специалистов. Соблюдайте правила поведения на водных объектах, чтобы избежать непредвиденных последствий. Анжела Кукоева, Ринат Медоев, Алим БТ, Вера Схавребова. Информационный выпуск сегодня.